100 километров по поясу славы. Акция в память о подвиге освобождения Одессы от фашистов. Эта мемориальная сотка уже давно выросла из своих первоначальных рамок. Ее можно вполне назвать международной, отмечают участники марафона. Ведь в эти дни в Одессе собираются люди не только со всех уголков Украины, но также из Польши, Швеции, Молдовы, Белоруссии и других уголков Европы. Планируется, что на нынешнюю сотку съедутся порядка 2000 человек. Возраст участников самый разнообразный. Совместный старт велосипедистов и пеших туристов начнется на Аллее Славы и завершится на территории мемориального комплекса 411-я батарея. Участников марафона ждут и некоторые новации. Контрольные пункты будут находиться в трех местах. Не стандартно, как раньше было, а на этот раз контрольный пункт 1 будет находиться в Мирном, контрольный пункт 2 будет находиться в Марьяновке, контрольный пункт номер 3 будет находиться в Дальнике. Поэтому обращаюсь к велосипедистам, друзья, в этот раз срезать не получится, как это было обычно между Боробоем и Молодежным. Дистанцию в 100 километров велосипедисты должны преодолеть за 10 часов, а пешие участники за сутки. Маршрут, кроме территории Одессы, будет пролегать также через Беляевский и Овидиопольский районы.